Итак, мы будем смотреть сейчас мою игру, как некоторый пидорас взял, подрубил, когда он сначала взял, сосал всю игру, а потом, блядь, сука, взял и подрубил ВХ. Мы, конечно, не смогли справиться с ним, потому что, блядь, у нас еще один чувак попросил, чтобы его кикнули. Мы его кикнули. И чувак просто, блядь, пизды ему надо давать таким людям. Я отвечаю, это не человек, это уебок. Это ебать уебок просто. Итак, сейчас мы загружаем демку. Будем смотреть за его игрою. Игрой охуенного чувака, который просто играет как бог. Ребят, и вы просто возьмите, посмотрите эту игру. Не закрывайте сразу ролик. Зарепортите его. Таким уёбкам надо давать вакбан сразу. Хоть и говорят, что античит там сделали, поправили, нихера этого не сделано, поверьте. Там детект у кого-то был, а потом не было детекта. Приятного просмотра. Здесь что я показываю, что он за первую игру не играл, а потом он начал палиться жестко. И все, и он вздыхал. Теперь начинаем смотреть вот как раз вот отсюда и вот до последнего. Мы будем наблюдать за ним, как он стреляет. Потому что меня он прошил через стенку, потом с юспа мне дает в голову через дым на миду. Он четко знал, где мы идем, куда мы идем и как мы идем. Сейчас чуть-чуть демка загрузится, и мы именно будем смотреть эти раунды вот с этого, начиная с 14 раунда, ой, с 15 получается раунда. 15 раунда мы будем смотреть, что и как он делает. Потому что я в такую удачу не верю вообще никак. Вот это вот малого. 23 на 22, то есть я вот раз минус 4 дал, а тут все, я отдыхал. Да я не то, я сейчас играть вообще не хочу на самом деле, как бы уже. Давайте будем смотреть вот с этого раунда. Начиная с 15 раунда, с 14 раунда, мы начинаем смотреть за нашим Соликсом. То есть я вот именно хочу... Давайте Соликс. Вот наш Соликс. Наш товарищ берет Галил. Как он будет сейчас чекать позиции, как он будет ходить. А, не, 15 раунд, правильно сказал, 15 раунд идет. Как он чекает позиции, что он делает. Давайте смотреть вместе. Идет на Б. На Б никого нету. Чекнул Тёмку. Он стоит, чекает сейчас Тёмку. Смотрим. Это он сейчас меня убьет на миду в голову. Смотрите. Нацелился. Он навелся через стенку. Чувака не видно на шарту. Он стреляет. Вот, вот. Вот о чем я и говорю. Что чувак спалился с ВХ. Давайте смотрим дальше. Будем мотать сейчас. Опять Соликс. Опять у нас Соликс. Смотрим, что он делает. Вы видели, да, как вот он прошел и просто-напросто взял меня. Вот, что это было? Чувака, меня не видно. Куда он стреляет? Не, меня там видно. Так, ну, он пытается меня взять на префе. Вот, по стеночке ведет, ведет, ведет. И сейчас этого будет по стеночке. Он стреляет не может, понимаете? Вот реально его стрельба, он стрелять не может. Смотрим. Нацелился через дверь, вышел, убил. Остаюсь я один. А нет, нас двое остаются, я на шарту остаюсь. Такой, ага, пытается мне забрать спину. Вы смотрите на его стрельбу. Он попасть не может. Видите, я ему осталось 17 хп. Сейчас забираю того вверху. Тоже становлюсь красным. Ну, вот, смотрите. Он воет по стенке. Смотрите, как меня сейчас будет убивать. Он меня вел по стенке. Опять он целился на голову.
Это что, разве не ВХ? Это чувак скилловый. Это чувак охеренно скилловый. Это реально тупо, блядь, говно обосранное. Это тупо ничтожество. Он бусит с ВХ. Он первый раунд не... Первый... О. Я пропрыгнул, он стреляет. Пожалуйста, он в дым только что забрал чувака. Там дым лежит, друг мой, тут дым лежит. Что ты делаешь? Вы смотрите, там дым лежит. Смотрим, что он делает. Я говорю, он стрелять не может. Он стрелять не может. Он может только вот на префайеры там и еще куда-то либо. Да, там товарищ попросил, чтобы мы его кикнули. Мы его кикнули, мы проиграли как бы катку. Но суть не в том. Суть в том, что мы проиграли. Вот, я вам объясняю. Эта игра сейчас. Звезды калаши. Уже здесь сейчас начинают чуваки подрубать. Потом его, конечно, в конце кикнут. А он им катку затащил, они его кикнули и все. Смотрите дальше. Смотрим, точнее. Что он делает? Навелся через стеночку, начинает прошивать. Это я, все бегаю, меня не вы. Вот. Он меня убил, кое-кое-как зажав 19 патронов в меня, да, вот по инфе. Смотри, смотри. Через стенку вышел, убил. Я потом иду за ним. Он по стенкам водится. Это пизда нахрен. Это долбоеб водит по стенкам. Это говно, понимаете? Это реально говно. Я не спорю, там может я херово. Ты играл, то что я сегодня вообще что играть не хочу в КС-ку, вечером доту буду стримить. На суть остается суть, что вот такие вот лашпеты, утырки, блядь, берут, когда начинают засать, то есть они не могут играть, скилла 0. И попросили забусть аккаунт. Они начинают засать жестко. Что это было? Куда ты стрелял, друг? Как он будет сейчас мид отстреливать, мне интересно. Он, я же говорю, он тупо, блядь, ловит на префайера. Это очко тупо, блядь, ловит кого-то, блядь, на префайер. Это он не может сам играть, он не может сам не стрелять, не убивать. Давайте перемотаем. Он, блядь, играет с префайером. Он с вами говорил инфу, кто где идет, понимаете? Вот он берет сейчас ВП. Вот здесь он сейчас меня вообще, по-моему, красиво убьет. Сейчас пойду в мид. Он меня прострелит с ВП. А потом он мне даст в голову с юспа. По-моему, это так будет сейчас через дым. Потому что я на мид всегда дым отбрасываю. Смотрим, что он делает. Через стенку повел, убил. А, это он бота забрал через стенку. Он повел через стеночку, убил бота. Понимаете? Тут я сдох, я не знаю, что не попал. Вот он забрасывает флешку. Как он стреляет? Он хотел префайром, не получилось. Чё он ведет на двери? Эта сука ведет на двери. Стоит, что-то чекает мид, хотя он знает, что в том, где есть. Он промахнется, он пытается сделать, дать префайр хороший. Давайте вот сейчас залезем. Вот так я вот сейчас сделаю, чтобы было видно, как он префайр дает. Смотрите. В голову дал. Потому инфа есть, что он там. Он берет АВП. Смотрите. Он целит его через стенку. Дефолт. Ну, хрен с ним. Пусть будет дефолт. Это первый случай. Вот первый реально случай, когда он может не спалиться. За все время. С 8 хп остался. Чувак, смотрим дальше. Был раунд, то что он меня через прострелил на миду через двери, снес мне несколько ТХП, а потом через дым дал мне юспом в голову сразу. Вот. Да, меня ж не видно было. Меня ж не видно. Смотрите, как бота убивает. Бот в дыму идет, понимаете? Бот идет, блядь, в дыму.
Чувак прыгает. Генератом. Я на осаде остался. Один. Смотрите, какая инфа. Он бросает хаешку, когда я стою на осаде, да? Офигенно, просто. Когда что-то будет килл, что вот именно он возьмет и конкретно спалится. Он уже спалится несколько раз, стреляя через дым, стреляя через все. Да, он играет с ВХ, и у него счет уже 28 на 11. Вот, раз. И два, пожалуйста. Ему одну игру, он сам написал, да мне одну игру надо выиграть и все как бы. Смотрим, что он делает. Он не идет, не идет убивать нашего, он заходит в спину. Опа, прицелился, убил. Убил. Парень играет вообще. Вот. Ждет его. Чувак идет, он его ждет, что он идет. Он через стеночку водит, реально. Это он водит, бля, через стеночку, смотрите. Вот он где он стоял, он сейчас туда же и стрельнул, понимаете? Блять, такие уёбки, просто, блять, КС, реально, КС полна читами. Я не знаю, как это объяснить, там, я уже, да, устал тоже от КС, я уже играть толком не хочу, уже все, хорош, блядь. Но суть в чем? Суть в том, что, блядь, такие вот пиздюки, это стопудово малолетняя пизда, которая берет и портит всем игру. Он промахнулся по боту, он не смог попасть, вот он. Бота прострелом забирает. Смотрим, черстеночку наводимся, вообще черстеночку мило наводимся, да? Вводимся мы через стенки, просто, блин. Вот, и чувак идет вниз, и сразу же идет вниз. Он смотрит по стенкам. Ну, смотрите. Убивает нашего, у него остается 2 хп, и он сейчас убьет этого. Нет, не убил, к сожалению. Или к радости. Хер пойми, короче, блядь. Но фактом, этот хер играет реально, блядь, софтом. Вот он берет темку, погнали. Я пытаюсь прострелить, у меня не получилось. Зона идет, подпрыгивает, зону убивает. Как бы по дефолту, бота забирает. Там еще один наш. Мы пока живые. И он бежит его пушить. Он слепой, он был реально сейчас слепой, и он убивает чувака слепым. Он начал меня стрелять, еще не видя даже, что я там есть. Ну, перематы, меня здесь убьют. Вон, меня чувак стоял, я же не знал, что он там просто стоит внизу и чекает меня. И сейчас вот на этом раунде, когда они затащат, они возьмут его просто-напросто и кикнут. Они сейчас его возьмут и кикнут. То есть это... Блять, это пиздец, пацаны, вот на самом деле, вот вам. Что он делает? Вот смотрим. Он ракал. Он не может нормально стрелять, он играет. Вот типа он типа не палится, флешки отбрасывает там всякие. Хорошо. На то, что он через дым убивал. Вот, его кикают сейчас. Все, его кикнули. Понимаете, его взяли и кикнули потом, потому что он реально играет софтом. Мы сейчас вот возьмем, чекнем сейчас его профиль. Чекнем его профиль. Давайте вот так вот. Solix. Профиль Steam.